Из войны мы вышли победителями. В перестройке, к сожалению, оказались побежденными. Неужели у нас у всех есть дурость, глупость и другие пороки врожденные? Стоять с протянутой рукой, просить деньги, как завороженные. Не верю этому. Русские прусских всегда бивали, да и шведов не забывали. Наполеону дорогу в 12-м году на запад указали, и другим иным сказали, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. И докажем, что русский народ сделает любой поворот, победит не только в военных, но и в мирных сражениях. Кто хочет с нами сотрудничать, но не воевать. Итак, поздравляю вас с 50-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Да, понимаешь это, что им было всего 17, 18, 19 лет. Они заканчивали войну в 23, в 25 лет. И начинаешь сравнивать со своими детьми и их внуками, то, конечно, разницу видишь. Все-таки вот это... лень или пресыщенность, я не могу определить, но разница колоссальная. Хотелось бы, чтобы, конечно, вот наши дети или внуки потом обладали такими качествами, какими обладают наши родители. Не стареют душой ветераны. Уж давно их зажили военные раны, и сейчас они любые поручения выполнят точно, в срок и без всякого промедления.